Ну вот, сумка ПВХ 25 литров, очень многие говорят, что она маленькая. Сейчас проверим вместимость. На примере рыбы. Сумка ведь новая в упаковке. Ну вот что она из себя представляет. ПВХ, плотный ПВХ. Ну, не армированный, конечно. Но достаточно плотный, чтобы не бояться там каких-то проколов таких крючками. Ну, вот сейчас как бы он сложенный, но, в принципе, вот здесь вот такая как проволочка. То есть здесь, видите, вообще его очень сложно согнуть. Здесь проварено. Надеюсь, камера все снимает. То есть вот как бы 25 литров. Сейчас мы поставим вот так. Ой. Ой. И будем кидать рыбу. У меня здесь 60 рыбин. Пока забрал с гаража, те, которые уже приготовились. Небольшие такие. Грамм по 150, наверное. Ну что я вам скажу, а конца и края сумки нету, то есть вот они. Ой, а запах какой. Вот они, все мои 60 рыбин. И видите, половина сумки еще только. Ну то есть, конечно, 25 литров это, ну, не гиперразмер. Но для рыбалки такой вот, средней рыбалки, когда ловится рыба, может быть, не самая крупная. Да и, в принципе, вот лещи крупные сюда повесятся. Ну, вот таких вот двухкилограммовых, ну, штуки 4 войдет точно, а килограммовых так штук, не знаю, штук 6-7, наверное, войдет. Да, это даже не половина, вот то, что я набил, это где-то... Я думаю, треть. Ну вот, собственно, вот такая сумочка. Ремешочек через плечо одели и понесли.